Всем привет, ребят. Ну что, сегодня этот день настал. Я почитал комменты, знаете, и так думал, а почему не забирать? По сути, 20-30, там сколько там нам дали, 200 самого, это, ну, это реально не донат, учитывая то, какие сейчас донаты. И я решил забрать вот эти вот плюхи на бездонах. Самое основное, что здесь и самое нужное, это 350 слизней, это по сути 10, сразу же 10 героя можно прокачать на максималочку по талантику, плюс 350к кулаков. Ну, я считаю, вот эти вот плюхи просто бесценны для любого бездона, которому упал купон, поэтому там даже минималку надо как-то найти и забирать по-любому, потому что это будет потом вам очень большим мега-бонусом. Такие акции у нас очень редко, и, соответственно, надо тратить, надо. Так. Оп, чик. Заодно сейчас и качнем на Сардели сразу же нужные герои. Ну, из того, кого я буду качать, это, конечно же, будет Фрея, Тыква, тех, кого я буду использовать во многих локациях. Анубис тоже нам надо будет для подземок. Купидон. Те герои, вот, ворожей для отхила. По сути, бездоны, которые забрали вот это вот, они сейчас будут в шоколаде, потому что таких плюх разница будет, опять же, очень колоссальная. Ну, 10 героев, ребят. Это не один, не два. Так, у нас тут четверка. Теперь можно, ребята, трешивать. Так, ну, пока браться, допустим, за этого. Так. За архи, ну, с одной стороны, с другой стороны, архи тоже нам очень интересен и важен. Так, давайте так. Тыковку качнули, этого качнули, ворожея качнули, Анубиса качнули, Купидона качнули. Так, ведьма. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Укротитель, Химка. Вы знаете, не хочется и всех качать даже сейчас изначально. Хочется качнуть тех, которых будешь использовать, поэтому особо тратить я тоже не советую. Ну, самое основное то, что у нас есть дофигище кулаков, и мы сейчас их, ребятушки, спустим на коробке. Я не буду там прокачивать. Возможно, сделаем кому-то эволюцию потом. Но у меня есть 350к, вот это для бездонна цифра, знаете, ну, очень многие долго копят их, реально копить их надо очень долго, и таких плюх, и мы с вами сейчас трешанем. Вот 40 коробок взяли, опа, поехали, поехали качать нашего бездоната. Пичкать талантами топовыми. Надеюсь, что выпадут реально топовые талантики. Аживо. Отлично. Так, тут у нас пятая есть. Дерево. Let's go. Ракушка. Ну, ракушку это можно, знаете, это можно каким-то допом сразу ставить для того, чтобы силу поднять. Огненка, отлично. Огонь, ребята. Так, огненка. Ну, тут у нас бастик стоит, тут рвение. Асури бессмысленно. Огненку можно втулить. Даже некому ее тулить, по сути. Поставим сюда. С огненкой тоже тащит. Так, это огонь. Это просветик. Райка с утеканием, с просветом. Это мы сейчас кому-то лупанем, у кого там у нас талантика особо пока нет. На Асурика кинем. Ярость. Это можно на до поставить. Нам оно особо не поможет, честно говоря, на бездоне. Бастион, отлично.
Баст это хорошо. Анубис у нас чем? Анубис у нас железкой. Для подземок, в принципе, Анубиса железкой нам хватит. Фрейка, баст. Блин. Вот знаете, охота, конечно, поставить Фрейя. Что это было? Что это было? Это у нас что-то перезагрузился наш плеер. Какого-то фига. Да, блин. Чё ты глючишь? Глючит его что-то. Портит нам видео, а не хочет, чтобы мы на бездонате такие, знаете, вот уже то чувство, когда Нокс не выдерживает нагрузку на бездоната. Так, отлично. Поехали. Будем сейчас усиленнее качать наш этот аккаунт на русском сервере. Так, Бастион. Блин. Так, это наши герои, которых мы говорили, не будем использовать. Но мы пока их не будем, все равно нам стрелка скоро дадут. Так. Баст. А Сурика у нас скина нету. Видите, как плохо, когда у тебя нету скинов. Сейчас сюда поставим. Вот так вот. Тут есть у нас второй скин. Блин, исцеление хотелось бы. Бог войны. Ну, бог войны, конечно. В нынешних реалиях, как видите, не особо. Ладно, поставим пока сюда. Просветик пятый. Поставим сюда. Каменку можно сюда поставить. Бег Ролева поставим на таракана. Ничего себе, вот это подарок. Это реально подарок. Так, тут у нас замедление, ставим сюда. Еще один баст, нифига себе, вот это нам подкинуло плюх. Так, баст. Но ведьма, блин, ведьму тоже надо. Но ведьма у нас собрана под архи. Так, а что у нас тут? Живо. Поставим сюда. Реально прет на баста. Конечно, Фрейю было бы неплохо. А ну-ка, сейчас я гляну. У меня же ж нету второй Фрейи. У меня вообще по героям делается. И нету. Так, а что у меня? Хранитель не открыт, что ли? Вроде у нас хрон. Ёпрст, ребята, вы представляете, у нас хрон не открытый был. Это просто ужасно, ребят. Мега позор. Да здравствует хрон. Блин, огненку ему бы сейчас поставить, было бы вообще топово. Так, ну хрона мы тоже качаем. Для подземок 10 хрон. У нас сейчас подземки пойдут на ура. Даже скин есть. Отлично. Сюда бы, конечно, еще и ремочку вытащить. Но мы кинем так просветик. Берс. Ну, берс мы поставим на Тессу. Приговор можно Рибиту поставить. Бег опять этот выпадает. Поставим сюда. Пусть пока бегают. ТУшка. ТУшка уже, к сожалению, не настолько актуальна, как было раньше. Поставим для силы. Так, опять бог войны. Ну что ты сделаешь? Ну не хочу этого бога войны. Запарили. СУ. Изворотливость. Ой-ой-ой-ой-ой. Тыковка, ну здравствуй. Я поставлю пока сюда. Так, Берс. Что у нас по героям на Берс? Мы на допа кинем куда-то. Так, Берс. Нормально так мы затарились, я вам скажу. Ложный можно сюда поставить. Блин, да запарили вы с этими берсами. Что за фигня? Оживо, отлично. Такс, а вот с оживой тоже интересный вариант. Ворожая у нас без скина. Утекание. Асура у нас тоже без.
Блин, а жива тоже крутая. Давайте пока на Атланты чпокнем. Все равно будет получше вариант. Так, это можно на любого до поставить. Давайте пока на Фрэнки закинем. Опять Бастион. Ну что ты сделаешь, блин? Басты, конечно, сегодня нас преследуют. Ставим сюда на деда. Опять просвет. Они издеваются, реально издеваются. Так, а давайте, знаете, кого мы будем качать? Мы будем качать ледяху. Можно ей ставить утекание. Так, это можно на допика спихнуть. Тут пятый, четвертый. Со, блин, обалдеть. Я ремку хочу, только хотел сказать, блин, дайте ремку, и тут нам падает со. Ну, СО у нас однозначно пойдет на ворожея. Так, ТУшка. ТУшка, ТУшка, ТУшка. Ну, ТУшка это. Ставим сюда. Железная воля. Так, железная воля тоже классная вещь. Правда, она лучшей эмблемой. Знаете, на кого будет кайфово? Можно вариант поставить на деда. Так, тут у нас и так иммунитет. Либо на одера. На одере у нас просвет стоит. Малышник. Я поставлю на Деда Мороза, чтобы его не станили. И реально он нам в подземках будет очень помогать. Выживание, блин, ну что, пробуем на Фрейю выживание, ставим, меняем. Будем пробовать болтыхаться. Так, стойкость. Ну, стойкость такое себе, чтобы она там особо рулила. Поставим на стрелка. Раскол, обалдеть. Так, ну раскол у нас пойдет сюда вот на стрелка одного из... Так, ярость. Ярость можно вторым тыкнуть. Сюда. Блин, дайте ремку. О, отлично. Гнев. Гнев можно сюда поставить, чтобы критовал лучше. Стойкость. Стойкость, стойкость, стойкость. Ну, стойкость опять же. И выживание. Ставим его напоследок. Так, что мы имеем? 154к, ребят, у нас осталось. На остальное, ну, видите, у меня уже особо героям некому ставить. Мы докупаем. Давайте так. Надо 69 нам купить этих. На 10 героев, чтобы было. 81. Ну и тут, конечно же, не хватит. 70. На 9 героев. В общем, на 9 героев у нас хватает, чтобы прокачать им восьмерки. Однозначно я делаю тыковку, так как у меня исцеления нет. У меня пока будет изворотливость. Тыковка первая. Ворожей однозначно, да. Второй. Анубис. Анубис один с бастом будет прокачан. Один будет у нас прокачан. Так вот. Так. Седна со живой будет первая прокачана. Дальше, 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 дальше. Давайте так, с таких героев, которые будут более востребованы. Так, тут у нас пока ничего не качается. Хрон. Хранителю однозначно качаем восьмерку.
Так, стрелок, ведьма. И героя, которым деду можно качнуть. И деда, кстати, тоже можно качнуть. Мы его будем на подземках использовать. Так, дед есть. Фрейка тоже качаю восьмерку. Буду утекание рунами пробовать собрать. Либо что-то подобное. Так, Фрея у нас готова. Готов, готов. У нас таких еще востребованных будет череп с утеканием. Не, пока я не буду его качать, оставлю. Атлант. Пока тоже нам этого хватит. Дерево. Думаю, тоже можно улучшить. Тоже будем его использовать. Так, и что у нас в итоге осталось по рункам? Все. В общем, лимит мы свой использовали. Ну, я считаю, довольно-таки удачно мы зашли в этот раз. Смотрите, сколько самиков сразу же получили. Еще 240. Спасибо, IGG. В общем, такой вот видосик, трэш на бездоне. Короче, прокачали мы сардельку за минималку. Я считаю, мы обалденно улучшились. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Будем начинать качать. Всем удачи, всем пока.